Класс, еще один дракон. Класс? Да. Чур он мой. Алекс, стой! Молодец, Алекс. Этот дракон ее поджарит, если не остановить его. Можешь успокоить его? Я ценю твое беспокойство о сестре, Супергерл. И позволь выразить, как я горжусь тем, что увидел, в каких сильных, независимых женщин вы обе выросли. Держись там, Алекс! Не надо, я же сказал, использование молний слишком опасно. А ну отдай! Этого я не ожидал. Молодец. Простите, мистер Дракон, можно вас на минуту? На минутку. Тут такое дело. Я знаю, что вас сейчас переполняет гнев, но вы же не хотите вредить всем этим людям. Спасибо за помощь. Мне пора. Алекс, вернись! Да что происходит? Жон! Это похоже на огонь. Ты что, пытался договориться с драконом? Мы должны всех спасти. Ты не мог бы всех их успокоить? Да, ты права. Должно быть, эти люди напуганы. Но они такие храбрые. Жон! Точно. Дракон у нее. Я схожу за кофе. За кофе? Что здесь произошло? Шеф, лучше эта заставка. Давай чего-нибудь новое придумаем. К примеру, подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай.